Всем привет! Сегодня я вам расскажу о сайте сейчас Node32 и set.ru. Чем полезен этот сайт? Как раз тем, что здесь постоянно выходят новые ключи для антивирусника Node32. Для различных версий, вот как только мы заходим на главную страничку, здесь нам уже высвечиваются новые ключи. От 14.09.2016, то есть это сегодняшний день, как я записываю видео. И нелицензионные ключи, кстати, тоже. Так, первое, что мне нужно сделать, как я понимаю, здесь это просто ввести лицензионный ключ. Так, сейчас у меня страничка будет подтупливать, я когда записываю видео, интернет немедленный. Вот. Кстати, когда сайт загружается, почему-то здесь написано, вылетает рамочка такая, нажмите здесь, чтобы увидеть ключи. Вы нажимаете, и они появляются. Также есть, можно полистать странички, посмотреть ключи за прошлые месяцы. В общем, каждый месяц идет обновление, или даже каждые полмесяца. Поэтому этот сайт очень полезный. Здесь же можно и скачать сам антивирус Node32, там различные версии. Я захожу в генератор ключей. И попробую сгенерировать себе ключик. Так. Я случайно нажал получить, так как подвисало. Ничего еще не видя. Так, выбираем категорию ESET Node32 антивирус. Вводим вашу почту. Так, все вроде сделал правильно. Так, почему-то пишет код неправильно ввел. Ладно. 4. Получить. Опять. ПК-2-5-Б6. Конечно, что-то. Так, ПК. 25B6. Опять. А что ж такое? Тю. Тут все заново надо. Так. 2BDQ4. Ну вот. Лицензионный ключ. Ну так, я еще ни разу не пробовал. Попробуем, как оно работает. Так, выходит, я активировал Node32. Ключ, который нужно покупать. В принципе, благодаря этому сайту. Node32.eset.ru, и ссылка, значит, на этот сайт также дополнительно впишу в описании к видео. Прекрасный сайт, и еще прекрасный тем, что это не просто сайт, а сайт с обновлениями. Вот. А компьютер я уже давно хотел проверить на нормальной программе, и думаю, вот лицензионный Node32 мне очень поможет. Уже у меня есть какое-то оповещение о безопасности, я думаю, оно не одно. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Кстати, по-моему, на почту еще пришло письмо, что я активировал Node32. Ну да, ESET Node32. Спасибо за установку. Ага, это... Так, стоп. Спасибо за установку пробной версии. Ну да, эту вот версию я как раз активировал, лицензию. Вот.
А лицензия стоит 973 рубля. То есть здесь генератор ключей полностью бесплатный. И выходит, я только что на халяву активировал себе мощную программу для поиска антивирусов. Всем спасибо за просмотр.